В Емельяновском районе задержали разрушительницу буддийской ступы. 53-летнюю жительницу деревни Сухая уже вызвали на допрос. Как мы сообщали, она пыталась разбить кувалдой реликвию, которую установили рядом с поселком. Это снял на камеру мобильника очевидец. Остановить женщину ему не удалось. Она уверяла, что хочет уничтожить святыню, так как считает ее сатанинской. Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщине по статье «Вандализм» грозит срок до 3 лет. Вину она признала. Я признаю полностью, я признаю, что я нанесла повреждения, что я разбила это стекло. Я вытащила оттуда, там стоял Будда, да, вытащила. Я хочу просто обратиться ко всем людям. Я прошу прощения у тех, кого я оскорбила своими действиями.